Фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями собрал более 100 участников. Преодоление проходит в Старомосколе в 9-й раз. Конкурсанты соревнуются в пении, хореографии, игре на музыкальных инструментах, театрализованных представлениях и рукоделии. Победители в июне будут представлять Старый Оскол на областном этапе конкурса. Лично для меня этот фестиваль, где я тоже могу как-то реализоваться, да, чему-то научиться, допустим. Конечно, выйти, встретиться со своими друзьями, вообще это здорово, потому что это социум, да, это то, где ты выходишь, и ты такой же человек, не отличаешься, да, от кого-то. Допустим, со своими дарами, со своими талантами.